Камень побеждает ножницы, ножницы побеждают бумагу, бумага побеждает камень. Что может быть проще этих правил? Только правила моей кухни, где главный я, Арсений Попов. Сюда приходят всем известные персоны, чтобы приготовить всем известные блюда. Вот только блюдо может измениться до неузнаваемости. В любом случае гостю придется это съесть. Не все слова из трех букв плохие. Например, Зоя. Звезда женского стендапа, умная, красивая, интеллигентная Зоя Яровицына. Привет. Привет. Мы сегодня будем с тобой готовить боул. Все ингредиенты перед нами. Болгарский перец, цукини, нут, огурцы, маслины, вяленые томаты и соль. Но их состав может поменяться, если ты провалишь мои испытания. Это вероятно. Ты готова? Да. Мы готовы. Зоя, мы начнем с викторин. За правильные ответы ты сохранишь ингредиенты, за неправильные я их поменяю на что-то коварное. Итак, вопрос первый. Какой главный ингредиент соуса сациви? Грецкий орех, миндаль, арахис. Грецкий орех. Та-дам! Это правильно. Вопрос номер два. Вода студеная, вода вареная. Что было в третьем котле в сказке «Конек-горбунок»? Молоко ледяное, молоко кипяченое, кисель наваристый. Ну, наверное, самое отвратительное надо выбрать – кисель. Та-дам! Это неправильный ответ. Правильный ответ – молоко кипяченое. И последний вопрос. Что в переводе с японского означает нигири? Одеяло, горсть или целый? Одеяло? Та-дам! Правильный ответ – горсть. У тебя один правильный ответ и два неправильных. Ты можешь выбрать один правильный ингредиент, а два я тебе подменю. Я беру нут. А знаешь что? Вместо цукини я тебе дам редьку. Огурцы мы поменяем на маринованный чесночок. Переходим во второй раунд. Наше второе задание – интуиция. Было еще четыре ингредиента – болгарский перец, маслины, вяленые томаты и соль. Мы их спрятали на нашей прекрасной кухне. Нужно будет их найти. Ты готова? Да. 3, 2, 1, поехали! Нет! Так. Проверь, кстати, большие шкафчики. Вдруг там любовник. Я начинаю обратный отчет. 5, 4, 3, ну соль, 2. Стоп, замри как есть. Что ты там такое увидела, что сказала ой? Холодильничек. А, холодильничек. Так, Зоя, ну неплохо. Ты нашла правильно только один. Потому что нут у тебя уже есть, а цукини мы заменили на редьку. Вместо соли – сахар. Вместо вяленых томатов – клюква. Вместо маслин – сушеный маслин. У нас есть все 7 ингредиентов. Мы готовы приготовить вкусняшку. Зоя, что там с такое получилось? Давай искать плюсы. Во-первых, это красиво. Давай-давай, поднажми. Ну, а так как Зоя не может говорить, она с вами попрощается жестами. Мы часто залипаем в телефон, залипаем с утра на кровати, а еще можно залипнуть, глядя на кухни Леруа Мерлен. Ведь они такие стильные, качественные и максимально удобные. А добавьте к этому 25 лет гарантии, рассрочку без переплат, и вам просто не захочется отсюда уходить. Кухни от Леруа Мерлен. С любовью. К вашему дому.